этой комнаты начиналась наша Америка нью-йоркская. Спаленка такая. Ну все, пока-пока. Ну все, мы сейчас ждем метро, чтобы ехать на Джамайка Центр, и оттуда у нас самолет в Сиэтл в 5:00 вечера. Вот метро вообще, конечно, такое вот веселенькое, но к этому реально привыкаешь за несколько дней, уже не так кажется страшно, как сначала кажется. Ну, в общем, ждем наш вагон. Стоит и смотрит, как крысы дерутся внизу. Я говорю, тебе не мерзко? Слава говорит, смотрю, как на животных просто. Ужасно. Мы прошли контроль. Сейчас мы находимся в аэропорту JFK в Нью-Йорке. Сейчас уже началась посадка. Мы летим Дельтой. Началась уже посадка в Сиэтл. Мы хотели поесть сейчас сэндвичи, которые я приготовила утром, но уже это не получается сделать. Аэропорт вот такой. Ничего особенного. Кафе и дьюти-фри, хотя это внутри страны перелеты. Я надеюсь, мы успеваем. Все дергается, наверное, будет плохо видно. Видео всегда в Америке посадка на приорити части, те, которые обычно по посадочным. Ну, то есть сначала заходит первый класс, там всякие приорити программы. Здесь вот так вот это все происходит. Мы летим Дельтой. Здесь все. Абсолютно все, все рейсы, получается, Дельта. Вот такая вот американская Дельта. Пошли. Самолетик. Лететь нам 5 часов. В Сиэтле время 3 часа назад. Прилетим мы по местному времени в 8 часов вечера. Мы сели. Будем ждать вылет. У нас даже экранчики есть. Да. И ногам притыкнут, но есть место. Мы, в общем, здесь раздавали меню, оказывается. Мы взяли ролл, ну, завертон. Внутри, я не знаю, что там, овощи, фасоль, какое-то полумексиканское. Фрукты. Печеньки шоколадные. Ну, вот такая сухая еда, горячую еду, наверное, не будет разносить. Внутри какая-то перловка, изюм, что-то еще, но это очень вкусное. Мне нравится. Еще разносили на выбор сырную тарелку, но все берут в основном вот этот завертон. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так.
так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Время сейчас 8 вечера. Еще солнце светит. Мы уже в Сиэтле. В Нью-Йорке сейчас 11:10 вечера, хочется спать. Подожди, в Нью-Йорке сейчас 10? 10, а тут 8 вечера, и очень хочется спать. Тут 7 еще, 18. Еще только 7, а я уже не могу. Да. Летают американские пилоты, конечно, на ушах, что приземляются, что взлетают вот так вот, вот так вот. Аэропортик. Аэропорт тоже не сильно огромный. Вот с Нью-Йорка, пожалуйста, точно-точно мы прибыли куда надо. Сейчас. Интересно, что прилетают именно где заходят, да? Что? Выходишь, где заходят именно, обычно такое не бывает. Ну, вот тут все по ужами делят, да? Вышли. Пока выключаю. Сейчас мы заправляемся. Слава изучает, как это все дело делается в Америке. Отличается, конечно, от китайских правил. Говорят, здесь очень много сумасшедших. Вот, например, один из таких вот экземпляров. Женщина. А нет, или мужчина. Непонятно. Вот. Так вот.